Привіт всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер Лариса Фомченко підготувала для вас комплекс вправ, які будуть корисними для тих, хто має поганий апетит. Добрый день! Аппетит, как известно, следует нагуливать. То есть упражнения, которые мы сегодня будем с вами выполнять, они неожиданно будут выполняться в некой динамике. То есть выдержка немножечко меньше, чем... Разворачиваем левую ногу влево. И пальчики правой стопы тоже влево, но под углом 45 градусов. Воображаемая стеночка за спиной. Выкладываем ладошку левой руки на бедро, правое на правое бедро. И так же, как мы делали в начале занятия, от шеи начинаем передавать напряжение в пальчики левой руки. И теперь правая рука рисует дугу. Лопатка вдоль спины. Смотрим вверх. Правая рука снова рисует дугу, но опускаем ее поглубже. Пытаемся достать бедро левой ноги, либо левую часть таза, лопатками хорошо открываем грудную клетку. И еще раз рисуем дугу. Пальчики вытягиваем вдоль пола, стопа плотнее в пол. И теперь обратно. Достаем бедро, открываем максимально грудную клетку. Высвобождаем, выпрямляем руку вертикально. Можно побыть теперь в этом положении. Столько, сколько комфортно. И затем в обратном порядке опускаем руку вдоль корпуса и передаем напряжение от шеи в пальчики руки, плечом практически поднимаем корпус. Особисто я люблю попоїсти, але якщо у вас апетит не такий гарний, як у мене, то ці вправи саме для вас. Самое главное, чувствуйте вкус жизни.